Ты не рви, не надо, не ломай. Вот видишь, у тебя слива посыпалась. Не надо ее ломать и сыпать. Пусть растет слива. Саша, не надо ягодки ломать. Много в ягодах. Так ты их все ворвешь, и будет мало ягод. Вот у нас летний водопровод, да, получается. Кухня летняя. Что там? Какушка. Какушка там? Так, Миша грыза. Это Миша грыз, да, что-то принес там. Фу. Не трогай руками, не трогай. Вот и ягодки больше не ломай, понятно? Они большие вырастут и будет слива. Вкусная слива. Понятно? Да. Вот так вот, правильно. Зимки, 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 зимки. Я прячусь. Спрятался опять. Киска ходит. Смотри, там что-то киска какая-то ходит. Иди там посмотри. Кого там она ловит? Миша, Мишка, иди ко мне, иди сюда, Миша, иди ко мне, иди сюда, Миша. Городок построил для детей играть. Саша, иди сюда. Саша, иди ко мне. Саша.
Иди ко мне сюда. Иди в домик сюда. Придешь в домик? Иди сюда. Заходи в домик. Ой, какой красивый домик, да? О, классно здесь, да? Два окошечка, да? Вот, а посмотрим, что там есть. Пока. Пока, Юба. Опять солгай. Нет. Вот кусты жимолости. Первая ягода. Где в окошко? Давай я сниму. Дайте я посмотрю там тебя. Это огуречная теплица. А где у нас курочки живут? Там. Пойдем курочек посмотрим. Пошли. Пошли. Где у нас курочки живут? Пошли. Пошли, давай, посмотрим. Там. Вот у нас курочки живут где, да? Курочки, курочки. Курочки, цыплята, цыплята. Ты что, пошел посмотреть яички там посмотреть, да? Нет, ну-ка посмотри. Нету. Посмотри. Да нету. Нету? А мы все собрали сегодня уже. Зомби. Мы все яички уже собрали. Зомби. Зомби. Уже снимаю, чтобы Игорь отправить. Зомби. Посмотрели там. Курочки. Курочки, курочки, ко-ко-ко-ко. Ты что там, Мих? Все? Все, выходи. Я посмотрю твой гам-гак. Ой, я ногу ступил, а ногу. Почти. Ты ноги так не сломай. Кучка, что тебе надо? Вот у нас сколько гороху растет. Тебе сказать, что поди из моего домика, я тут живу. Поди. Нет, я там мой домик. Это твой домик? Да. А куда меня пошел? И смотри. Я там мой домик. Вот здесь у нас вишни полно. Облепиха. Смородина. Лепиха, смородина. И там малина растет вдоль забора. Но все в малине. Песок. Вода брызжет у нас, так поливает. Такой. А ты что так палочкой делаешь?
Да. А, поверишь. Ты что? Свекла? Капуста-то ничего, да? Схватилась уже? Взялась, вернее. Завязывается. Завязывается? Лопухи какие уже? Лопухи уже большие стали? Качан. Да? Вот это, наверное, цветная. Это тоже цветная. Вот качан. Что-то картошка неравномерно взошла. Ну ничего, я уже же подшевелила ее. Сейчас буквально еще дождичек вылезет. А что дождичек это поливать, поставить установку? Да не разу не бывает. Маршрует. Раз, три, 8, 9. Конфетки подаю. Я капусту подаю. 3, 8, 9. 3. Капусту подаю. Я капусту подаю. Потому что вас купатия и капусту тоже, и капковку тоже, и укроп. Это не укроп, это щавель. Только. Это щавель. Можно кушать его, листочки брать и кушать. Попробуй. Это? Листочки. Листья. Эти? Да. Попробуй. Салат. Кушай. Я тоже делаю. Подожди. Огурчики здесь растут у нас. Там еще маленькие вот огурчики. Здесь уже плодоносит. Щавель кушаешь? Пошли дальше, пойдем по дорожке. По дорожке. Пошли. Слива, вишня, крыжовник, вишня, вот сливы, деревья большие, это все слива. Ты где? Ты в гамаке качаешься? Да. Здорово. Высота? Угу. И свой.
Ну, конечно, щавель же кислый. Пах. Все. Что тебе? Фоткай. Фоткать тебя? Да. О, давай фотку тебя. Сейчас фоткаю тебя. Я дес, папа, я дес. Ты, о, сейчас я тебя найду. Я дес, открывай. Я вижу тебя. Ты на травке там, да? Сейчас дом поснимаем. Тут сени у нас еще не доделали. Лестница на второй этаж. Кошка тут сидит, кушает на столе, обнаглела. Это зал. Камин. Там комната еще одна. Что-то играете? Машинки. Машинки. Ну, печенье налопаетесь, наверное. Печенье-то вам не хватит. Ненадолго. Почему? А, Сашиной мойкой играете? Ну, тут просто пробовка есть. Это спальня наша.
Спальня. Большая комната. На балкон. Ага, попались. Играете? Thank you.